Привет всем! Мы сегодня будем печь лепешки в посуде МЦ, лепешки с сыром. Мы взяли емкость 3 литра, поставили на нашу плиту, будем нагревать на шестерке до программы мяса. Плиту включаем на 6, аудиотерм выставляем, нажав на один раз на правую кнопочку, и выставляем программу мяса. Два раза прокручиваем. После звукового сигнала будем печь. Это тесто. В тесто мы добавляем немножко сыра. Соединяем и раскатываем лепешку. Потом будем печь. Сначала готовим все лепешки. Мы раскатали лепешку. Теперь по диаметру крышки ее вырезаем. Это 24 сантиметра. Нагрелась наша емка для выпечки лепешек. Убираем аудиотерм. Выключаем крышку в сторону и кладем лепешку. Сначала она жарится с одной стороны, потом перевернем на вторую. Переворачиваем лепешку, с одной стороны она уже готова, на вторую сторону, пекем вторую сторону. Первая лепешка уже готова, с двух сторон выкладываем на блюдо и кладем следующую. Мы поклали следующую лепешку, так пекутся все лепешки без капельки масла на шестой штуфе. Штуф вы можете регулировать по вашему желанию. Переворачиваем следующую лепешку, вот так она у нас поднялась, а здесь очень много сыра. Вот такие классные, красивые, вкусные, ароматные лепешки получаются без капли масла в посуде МЦ.